говорить. Угу. И продавать. Понравилась эта тема. Сейчас уже до год ливаю черничный саур эль. Была бы возможность, тебя бы угостил с удовольствием. Да не, я боюсь отравиться, мужичок, извини. Так, это что за гремлины стоят? Oh, this is a rare occasion. I can't remember very well. It is safe here. Здесь безопасно, так. Начать битву на арене Колизея. Нет, не хочу. Что за гей? Ah, hello. I'm well. Just call the honor of one's. By the way, she's my servant. Take your eyes off if you find her. Угу. Ладно, я понял. Ну, значит, а что я, блядь, тут делаю вообще? Нахуя я сюда пришел? Меня как шлюху просто туда-сюда бросают. Так, вот это костер, на котором надо посидеть, да? Или как? Мне надо уровень вкачать, отдохнуть у стола. О, нормально. Так, повысить уровень. Ух ты, бля, нихуя мне насыпало, блядь. Мне надо ловкость и силу. Потому что... Ну, и ХП. ХП мне не хватает. У меня мало ХП. Я хочу в ХП билд уйти. На все мне не хватит просто. Ну это ПЗДЦ какой. Вернись к торговцу на коне в начале второй костер по счету и дождись ночи, и тебе дадут колокольчики и дух волков. И советую, на геймпаде играть намного-намного легче будет. Так, дайте я проверю сначала. Я сейчас сам пытаюсь разобраться. Значит, сила атаки. Это конкретная, ну, типа, какие статы дает мне мой ублюдский клинок. Расход ОК. Значит, получается, мне надо качать... Бля, я не понимаю, а как, на какие статы нужно смотреть, чтобы понять? А, сила и ловкость у меня, вот, снизу. Нужные характеристики. Сила и ловкость. Пассивные эффекты. Бля, еще и кровотечение от него есть. Да, все в силу и в ловкость. ХП потом докачаем. Все, я понял, снизу надо было смотреть. Повысить уровень... Сила и ловкость. Хм. А сила что еще дает, кроме урона? Я не понимаю, для чего ловкость нужна, сука, тогда. Если есть сила, для чего ловкость? Ну, ловкость должна, по идее, скорость ударов, блядь, увеличивать. Ну ладно, похуй. Нет, только ловкость. Блять, ну что ж такое, мне, сука, колет хуйню какую-то. Так, дайте, блять, как мне правильно... Сейчас подключить? Вопрос стал только у меня или у всех. Нахуй мне эта информация, вот я не понимаю, но... Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CSGO Run? Режим Kings Battle уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Хватай секретный промокод в Telegram-боте. М нажми. Пояснение. Необходимо для владения тяжелым оружием. Также увеличивает урон от оружия, зависящего от силы, и влияет на физическую защиту. Необходимо для владения особым оружием. Также повышает урон оружия. Блять, а нахуй... Мне же тогда получается что-то одно надо качать. Нахуя... Если я лавкач, то мне надо... Нахуя мне сила, потому что... Для владения тяжелым оружием. А катана это что, тяжелое типа оружие? Ну и нахуя вы мне тогда колите силу качать, блядь?
Я хочу только через катану игру играть. Я тогда сделаю вот так. 3 сюда. 4. И в жизненную силу одну. Вот так. Нормально? Хорошо, да? Хорошо, ну вот давайте так. Все. Бля, я начал... Ну, бля, мне... вот пока я сколько? 2 часа наиграл? Ну, пока интересно, пока что. Плюс еще помощник вот этот. Ну, я понимаю, что это казуально все, но как бы потому что все, наверное, пиздили этого босса в соло, и он там им ебало сносил. Но я как человек, который никогда в смысле... Ну, в жизни в соусы лайки не играл, ну, мне норм. Но это лучше, чем Dark Souls. Dark Souls — говно скучное. Фу, блядь, отвратительная игра, блядь. Мне не нравится. Это куда? А куда мне идти, блядь? Нахуя мне сюда вообще? Я задушился, Dark Souls, то, что он скучный. Смотрите и завидуйте до могилы. О, Лёлик и Болик, блядь. Купить, предложить колокольную сферу. Старые служанки-близнецы. Чё куп... У-у-у! Ебать, а у меня денег нет, нахуй! Я продать могу только. Надо какое-то крутое катану купить, блядь. Он не продает катаны. А как мне ей продать вещи, которые мне не нужны, блядь? Полные штаны, нахуй, набрал. Предложить колокольную сферу. Ага. Тут нельзя. Тут нельзя продавать вещи, а нахуя мне тогда их... Ты когда пиздили последний раз? Объясни. Вчера. Никогда? Значит, начнут, нахуй. Алло, шляпа, блядь. Что тебе нужно? Найс. Это бесконечный инвентарь. На данный момент игры лучшая катана. Карту открой, ты пыхнись в другое место. А что это за хаб долбоебский? Я не понимаю. Нахуя мне вот сюда? Мне же это женщина. Кузнец. Your new face. No matter. Lay out your... О-о-о-о-о, бля. Какие предметы требуются для улучшения? Алло, хуепутало. Как узнать? Не понимаю, блядь. Пиздец, что за хуйня? 200, 310. Ну, у меня есть 310. Кузнечный камень один. Вот это найс. Сверху, блядь. Где? Ути Гатана. Чё сверху? Да, ребят, верите, нет? Я, короче, впервые играю. Мне ебать как непонятно. Вот этих цифр, кнопок, блядь. Половина информации вообще нахуй здесь не нужна, я считаю. Ну вот как мне понять, что мне нужно здесь? Где написано? А, вот слева, вот тут над вебкой. Ебать, я дурак. Ну просто как-то все как-то, блядь, ну непонятно где, нахуй. Ну и ты. Как-то не по. Ну вот. Кью это назад. Денег нет. Кью назад, например. Этот У принять, блядь. Ну это какая-то хуйня реально, блядь. Что с управлением? Фрик какой-то делал, больной. А тут что? Закрыто, понятно. Я не понимаю, это чайник, как и в Геншине, или что это, блядь? Какой-то некий хаб, где я могу нихуя не делать, бегать, просто улучшаться. Ну все, хватит сиськи донатить уже. Тут женщина одинокая. Greetings, great champion. I am Fia. Фия. Ты пришел остаться в крепости. Прошу, доблестная душа, позволь мне обнять тебя. Ведь может твоя воля к жизни, отвага придадут мне сил. Твое тело звучит величие, я хочу ощутить его. Наверное, считаешь такое поведение вульгарным? Нет, только если отсосешь. Поехали. Last Christmas.
Ладно, поехали. Нет! You are very warm. What you felt light up inside you was a... Though it is but a fleeting thing, I have какая-то ебаная бедность дотронулась до меня, и мне пришлось принимать третье джакузи за день. Привет, я Макс Максбетов, ваш любимый криптоинвестор. И чё? Она мне что-то дала взамен, но при этом забрала 5 хп. I am pleased. Would you like me to hold you? The blessing is still aflame. Would you like to be held? Просто так? Давай. Now. Какая-то ебаная бедность дотронулась до меня, и мне пришлось принимать третье джакузи за день. Привет. Я Макс Максбетов, ваш любимый криптоинвестор. I was known. After I received the warmth and lively vigor, I lay with the remains of an ex- to do so. But before I could bear them, I was awakened. Деньги зло. Но чем больше у меня этого зла, тем я добрее. А почему, когда у меня хорошее настроение, все вокруг говорят о мне? Let me then good day to you, my... Бля, а сколько я ее обнимать надо, чтобы она мне тут дала? Я готов все хп отдать. I am pleased. Would you like me? The blessing is... Would you like... Now. Зачем я зря просто так делаю? А, бля, я забыл, я же женщина. Синяя причем. Ну ладно, ничего страшного. Да ты заебал нахуй уже с донатами этими, сука. Олег, хватит. Сейчас. Ребят, я мужчина. Иди нахуй, блядь. Мужчину обнимать. I am pleased. Would you like the blessing? Would you like now? Я мужчина. Ну и ничего не происходит. Какой ужас. Завязывай уже, это ненормально. Что? Что она меня обнимает и забирает мою жизнь? По-моему, это норма жизни, блядь. Я не понимаю, где я, блядь, вообще? Что я нахуй тут делаю? С балкона прыгни. Ты, блядь, балкон тут видишь где-то? Я, блядь, не вижу. А. И чё? Ой, какая-то хуйня. Я не буду прыгать с балкона, блядь. Там какой-то уебан. О, не, в пизду. Я не буду прыгать. Мне рано туда еще. Там какой-то босс, я тебе отвечаю. Ой, блядь. Да как убрать, блядь? Да какая хуй... Какая хуйня, блядь, эта игра ебаная. Вот в мелочах, блядь. Как подвинуть карту, нахуй? Как это убрать? Пиздец, что за, блядь, бред, нахуй? А куда мне надо-то? Мне надо вот сюда, лачуга на Грозном холме. Вот сюда мне надо.
левее. Вот сюда? А, вот тут мы босса отхуярили. Блять, а что за хуйня у меня сверху? Кубик какой-то красный висит. Что это? А как его снять, этот дебаф? Я не хочу теперь. Нету душ. Блядь, что-то прокачка очень дорого стоит. Так, можно пойти налево, а можно попробовать пойти сюда. А, нет, я туда не могу пройти. Давай по новой, Миша, все хуйня. Кто? Come over here, would you? Ты кто, ебать? You're tarnished, aren't you? Я не знаю, кто я. I would advise against it. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the guards, don't know. You'll breach the castle. Убей его. А как? А нахуя его убивать-то, блядь? Ладно, я его сейчас ёбну, вообще легко. О! What did I do to deserve? Не знаю, какого-то лоха убил, блядь. Мне сказали убить, я убил. Фух. О, кузнечный камень нашел. А мне нужен был один, правильно, кузнечный камень? Блядь! Сука, это что, блядь? Блядь, такая нахуй! Маматку на ворот, блядь! Как эту хуйню контрить? Я умер. Так, сейчас. Привет, чем занимаешься? Эскортом. Привет, чем занимаешься? Вообще эскортом, а так таксист. Блять, да что ж за хуйня-то, блять? Какая-то ворона ебаная нахуй сидит вон, сука, тварь, блять. Хп!
Мразь ебаная, блядь. Иди сюда, нахуй. Блядь, да как ее ёбнуть-то, блядь, эта мразь! Боже, как же лаково я ее вынес. Но это пиздец. А что с этим делать, ублюдком? Птицей ебучей. Не понял, что собрать? Цветочки? Блять, ну это пиздец какой-то. Откуда еще ворона прилетела, сука, с пилами вместо ног, блять? Еще третья, блять. Ну там что-то важное лежит, я вам отвечаю. Там что-то важное лежит. Солнечногорск, привет. 2500. Олежка, спасибо. Привет тебе. Таргет для ебланов, кстати. Ну, кстати, факт. Сейчас. Блять. Ну как вот, ну как таргет, блять, на весь. Ну, сука, мразь, блять, а? Как больно она делает, это просто ужас. Не, надо ее. Надо ебнуть вот эту всю семью, блять. Воронью. Блять, да как? Откуда третья берется? Я не понимаю, блять. Все, в пизду, я не пойду туда. Хотя нет, я пойду. Там что-то важное все равно надо взять. Ладно, ну-ка, души потерял, ничего страшного, в принципе. Да, блядь, как ты заебёшь, блядь, ну что так больно, блядь? Не знаю, может, у меня лук, блядь, а стрелы у меня есть? Есть какие-то, кстати. Угу. А где еще? Где-то вороны прилетают откуда-то, понимаете? Они где-то есть. Надо внимательней посмотреть. Вон они две сидят, бля, нихуя себе. Угу. Я тебя, блядь, понял. Ну и что это? Что, она взлететь не может или что с ней? Алло. Ну, ладно. О боже, легко, ебаный в рот. Чё так легко? Пойду назад. Я не понимаю, у меня какая-то синяя хуйня, вот она вот второй строчкой. Что это такое? Я не понимаю. Ебать, я нулем ошибся и на ебаные мемы 50 раз закинул ебаный в рот этого казино. Олег, ты фрик ебучий. Какие 50к ты туда закинул? Ты что, ебанулся? Смотрите, чат, ваншот. Блять. Хорошо. Я не знал, что тут западня целая. Кузнечный камень, блядь, естественно, нахуй, не зря я сюда пришел.
Птица разбилась, ребята. Упала просто. Привет. Покажи сиски. О, какие сиски? Сиски. Ты что, охренел? Бесплатно ничего, блядь. Я покажу кабачок. Кабачок? Давай. Не надо. Я вообще-то по овощам не очень угораю. В прямом переносном смысле. Так, отменяем. Ну, пока 17 смертей, довольно неплохо. Кто там гуднул в трубку, блядь? Алло, блядь! Погодите, секунду. Секундочку. Автотаргета нет. Блять, вот это больно было, сука ты. Не могу как-то... Как-то автотаргет хочется, блять, заюзать, а он тут надо... Забываю, короче. Что за хуепуталы вот эти? Тут в коробках ничего не падает, чат? Как в Dark Souls'е. Ну, смысла нету, да, их ломать? Что там, какая-то хуйня, слышите? Больно. Какие-то крюки, когти, блядь. Нет, тут нихуя нет. Блядь, чел 50 тысяч закинул, блядь, жалко его. Вообще фрик, блядь. Алло, ну опять автотаргет, блядь. Что, кузнечное здесь? Метательный кинжал. Опа. Ёбаный рот, это вас казино, блядь. О, тихо. С 32. Блять, виноград! Сливы! Я вот не зеленый сливы! Бабочка! Чё-то приуныл, кстати. Бывает, типочек приуныл. Так, хорошо. Правда, ничего хорошего. Что здесь? Я не знаю, мне кажется, мне напиздели. Тут ничего не падает с такого. Я уж сколько, блядь, коробок разломал, ничего не упало. О, босс-файт, блядь, что ли, опять. Кто-то ходит, слышите? Не понимаю, где кто ходит, блядь. Пошел нахуй. О!
Блять, сука, да ёбаный рот твоего! Так и знал. Блять. Ну я... Хорошо, у меня лут хотя бы не выпадает. Блять, ты... Да ты, сука, хуйло, блять! Ёбаный рот этого казино, блядь. Так, секундочку. Один моментик. Один маленький моментик. О. Один маленький моментик. А как мои души кто-то вернет мне? О, разминка. Найс. Я маму ебал его, блядь! Это что? Блядь, такая нахуй! Ебанутый! А чё он прыгает? Пизда рулю! Ну я не могу это пройти, это сложный хуесос, это даже не босс, блядь. Не отвлекают. Охуел? Вова, вот сайт, который поможет, да, с прохождением, и тут слишком рано пошел на босса https. Да мне чат сказал. Мне чат сказал туда идти. Я, блядь, и иду. Блять, камнем пиздец в ебучку попал. Ты что, блять, пьяный нахуй?
блядь. А как того хуебеса, блядь, убить? Типа, он же босс. Плюс там сохранки еще нету, блядь. Я пиздец заебался уже бегать. Охуенно, блядь. Куда стрела улетела? Если чё, то с одной руки лучше летит. Ну, то есть, с двумя руками хуйня полная. Блядь. Ну, я заметил. И более быстро это происходит. Нахуя мне тогда вторая рука? Чат сырян, но деньги получает Вова, все вопросы к нему. Олег, спасибо. Да это я понимаю, что я получаю. Мне надо понять, как бы мне тут сохраниться по-быренькому, чтобы... Ну, не бегать сюда, потому что заебло. Мне вообще его обязательно тушить, но он какой-то сундук охраняет. Блядь! Ну что это за говно? Блядь! Когда говорят на кассе, что принимают любую карту, а валет бубновый, лучше дочь проститутка, чем сын косметолог. Ну блять, ну охуя через стены хуярит, блять. Ну, охуеть. Вот и наигрался я, в принципе, блядь. Вот и наигрался я, блядь. Ох. Ну, блядь, просто одно хп у ёбка, блядь. Просто одно хп, блядь. Просто, блядь, одно хп, нахуй. Причем мне не на боссах тошнит, а вот на этих сейвах, блядь, ебаных. Блядь, ну а... Блять, ну что за развороты, блять! Нажимаешь автонаводку, он у тебя в пол поворачивается. Блять, ну это пиздец. Давай по новой, Миша, все хуйня.
Охуенно. Охуенно, ребят. Воу-воу-воу-воу. Охуенно. Не регает. Так. Фу. Пробуем еще раз. Попал, блядь, ублюдок. Сука, в угол, блядь, иди. Ага, понятно, блядь. Чё с ебалом, нахуй? Хуепутало, пфу, блядь. Разобрался со стенкой, блядь. Так, ржавый ключик есть же. Ай-яй. Талисман изогнутого меча. Я не понимаю, нахуя это вообще нужно, блядь? Так, и что мне дальше делать? Вова играет в Elden? Нет, это Mario Super Cards. И что, как? Секунду. Тут наркотики, опьянение. Да, блядь, заебал ты. Тут пизда в лосинах только. В прямом смысле этого слова. Блять, а как то забрать? Тут лут. Алло. Рисую натюрморты на поступление. Под твой стрим делаю это не с таким унылым еблом. Ага, спасибо. Спасибо. Отговариваю себя двигать все на миллиметр вверх, и вообще яблоко не дышит. Привет всем художкам. Ча, я тут все поберу.
Я сейчас все тут заберу нахуй. Понятно, блядь, ничего я не заберу походу отсюда. Музыка еще такая. Да, я всего лишь 23 раза умер. Бля, я что-то боюсь, слишком долго сейвов не было, чуваки. Меня это напрягает. Бля! За использование спецприема убирается мана. Нахуя она убирается? Вот это мне как забрать, блядь, здесь? Никак, походу. Ну ладно, хуй с ним. Там какое-то хуйло, блядь, в доспехах опять ходит сверху. Точно, чуваки, я понял. Я понял. Вы гении, нахуй. Ага, нельзя, блядь. Во-первых, используя благословение Балдахина, чтобы дебаф снять. Он в инвентаре. Во-вторых, чтобы колокольчик получить ТП на костер к торговцу ночью. Молю. Какое Балдахина кого-то взять? Кого, блядь? Благословение Балдахина. Это где взять такое? Он выше было. Блядь! Сука, напугал нахуй, а? Урод, блядь. Я какие-то маринованные лапки, огурчики, блядь. Костерчик надо, костерчик, срочно. Блядь. Тоже нельзя призвать коня. Это не то же самое место, куда запрыгнуть надо. Не знает, что его ждет. А нахуя вы меня, блядь, сюда отправили тогда? Если тут пиздец босс какой сильный, я его не побью. Привет! Можете мне объяснить? Спасибо за рейд. Маму ебал, блядь, ну что это нахуй? Ой, блядь, все, в пизду, я ебал. Добро пожаловать на сервер Шизофрения. Бля, ну какой пиздец? Ну и мне с самого начала все надо. Не, нахуй, я ебал. Не пойду туда. Зачем вы меня сюда отправили? Блять, ну на меня ворона напала, блять! То есть, понимаешь, ты должен страдать, тогда вроде как... Ну, понимаешь, да? Сколько можно? Да, блять, ты заебала нахуй! Ну, это, блять, бред какой-то, а? Открой карту прохождения. Ну, а как? Спасибо за рейд. Пробеги просто.
ладно, просто пробежим. Пробегаем нахуй. Проверяй, пробежал, блядь! Не бойся ножа, бойся вилки. Один удар, четыре дырки. Однажды я приехал в деревню девственниц. Теперь это просто деревня. Блять, хуепутало, блять, бегать будет везде за мной. А-а-а! Хуйня лезет за мной! Чего, блять? Временно бизнес-секреты будут выходить с совет номер один. Чем ходить и выбираться в России деньги, лучше украдить. Блять! Чё за хуйня, блять? Охуеть, блядь! Ага, понятно. А в ногой как бить? Хватит донатить, перестаньте. Хватит донатить. Совесть поимейте. Нахуй, пошел. Блять, там еще один лезет. Да что за хуйня вообще? Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? Блять, мне надо пробежать, но я не понимаю как, потому что я сейчас опять, блять, заново буду бежать по этой хуйне. Там сидит залупа ебаная сверху. Хуепутало ебучее. Сейчас оно меня, блять, тут будет ебашить. О, серьезно? Куча пенисов упирается мне в лицо. Я не вижу, где яйца, но лежу мошонку. Его семя, как сгущенка, да похуй. Прыгай в районы, пиздатая порно. Костер рядом. Где? Фу, блядь, как охуенно. Боже, нахуй. Я дошел до сейфпоинта. Блядь, я еб... Ох... Да хватит уже тратить бабки, ну, минус вайп. Просто чел лоханулся, 50 тысяч пополнил случайно. Ему, блядь, теперь, блядь, тратит на всякую хуйню.
Ты можешь под ситуации кидать, это намного смешнее, чем, блядь. Охуеть! Охуеть! Хэштег тащи! Хэштег тащи в чат быстрее! Хэштег щич! Нет, блядь! Хэштег тащи! Блядь, уроды сквозь стены стреляют. Это вообще ненормальная хуйня какая-то в этой игре. Ну как мне его, убить? Блять, сейчас разобьюсь, чувствую. Ладно, похуй. Иди нахуй отсюда, блять, придурок ебаный, блять. Ебать, он там в бездну летит. У-у-у. Да ебать, тут ситуации нет, столько я даже половину не потратила. Олег, ты опять нулем ошибся, 5000 закинул. Вообще фрик. Так, значит, тут где-то, блядь, будет босс. А хули оно спит? Бля, вот эти мобы черного цвета, они пиздец урона въебывают. Охуеть! Охуеть! Ахуй! Блять, это просто пизда. Сколько вас тут, ублюдки? Ой, ну какой же, блядь, какая-то духота начинается уже. Слышите, уже даже неинтересно, блядь. Начинается уже ебаная блядская духота, блядь. По-моему, вот такая же локация была, блядь, в этом... Dark Souls 3, где я такой, какой-то хуйня ебаная. Угу. Ладно. Какая бутылка, блядь? Бро! Ой, блядь, сейчас какой-то взрывчик будет, чувак. А ты отказываешься от пятерки, нихуя себе. И что будет? Она что, сейчас бочку мне в голову кинет? Что происходит? Охуеть, поиграл. Ребят, очень классно! Очень здорово! Блядь, игру люблю! Во-вторых, я ебал в рот такие игры. Сука, хуйло, блядь. Да эта игра просто, она для мазохистов, блядь, создана. Понял? Ты типа должен сосать, но тебе должно нравиться, что ты сосешь. Так, отлично, согрел. Блять, ну-ка... Блять, ну какая ты хуйня, блять! Так. А? Птицам на корм, спасибо. Покормили птичку, блядь, проверяй. Блядь, выглядит так, как будто сейчас еще откуда-то, блядь, с неба птица свалится.
Да, блядь, ну и где она? Вов, спасибо. Это самый смешной стиль. Ай! Лучше, чем хит-кофе. Сейчас ты еще гореть начинаешь и становится еще смешнее в хахах. Нет, это не смешно, блядь. Кузнечный камень. Мне надо, блядь, мне надо сохранку и кузнечную срочно, блядь, вот пройти здесь. Там сохраниться где-то, тэпнуться, чтобы назад не возвращаться. И, ну, локу открыть просто, чтобы потом не проходить. Я так понимаю, что мне не придется просто заново подниматься, если я открою эту локу. Просто я, например, вообще не понимаю... Блядь, ой. Да, мне не нравится эта локация. Как вот этих рыцарей ебашить, они сложные какие-то очень. Так. Кукри стайл. Блядь, а что с мышкой? Ой. Ой, я туда не хочу, блядь, там какая-то хуйня ходит. А как мне дайте отсюда? Дайте мут на F9. Блять, ну все мне пиздец. Блять, на лестницу нельзя залезть. В этой игре тебе нужно убивать, а не сосать. Я только сосать умею. Блять, я сейчас скипнул босса? Или нет? Бля, там какой-то хуепутало стоит. А, это чел? Это чел добрый. Ебать, я обосрался. Nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. I'm looking for a little something. When I'm not hot-footing it from the troops. But enough about me. This place is not exactly a place... Проблема в том, что ты не прокачан. Для этого замка нужно иметь 30-40 ЛВ или оружие получше. Of course. Сначала исследуй восточную часть за могилье, начальная лока, затем западную и южную. А чё мне, блядь, ебаные школьники насоветовали хуеты какой-то, блядь? Сколько у меня этих с собой? Ладно, я съебываю на стартую локацию. Никто не обидится, блядь. Все, я не могу здесь вывести, блядь, вообще. За деньги можно послать Олега нахуй. А стартовая локация это где? Ну, мне сюжет сюда говорит, надо идти. А где, как в хаб попасть наркоманский? Так, я так и сделаю. О, бля, я в сохранении, нахуй. Так, надо найти... Кузнеца надо найти. У меня есть этот, вся хуйня там. У меня сейчас прокачаюсь. Во, вот здесь кузнец. Well, where have you been hiding? I took you for... Да заткни ты свою пасть, блядь. Оружие надо усилить. Ты что? Я кузнечных камней полные штаны принес, блядь. Кузнечный камень 3. Ты чё, блядь, гандон, сука? Я ж набрал, вот еще кузнечный камень 1. Ты что, блядь, выблядок, сука, меня надо мной издеваешься, что ли, блядь? Кузнечный камень 2. А ты смог разлочить FPS в Steam-версии? Да. Или через зеленый магазин играешь? Нет. Поставил патч. Какой-то.
Ой, блядь, ну это какая-то хуйня ебаная. Так, погодите, а как мне вернуться на стартовую локу? Я не понимаю. Это же замогилье. Как, например, просто тэпнуться куда-то в другое место? Вова, привет. Я отправил тебе монопочту. Почта отправителя похожа на ник, который в донате. Убедительная просьба. Прочти моностриме и отнесись к нему серьезно. Да, Влогинов, если есть помощь какая-то, нет. К сожалению, нет. Костер, я не понимаю, блядь. Значит, мне вот сюда спуститься, чтобы... Ну ладно. Да, я купил игру. Блять, куда я тэпнулся? Блять, я в обучение тэпнулся, твою мать, а? Да блять! Ладно, сейчас за этого уёбка насыпят, наверное. Охуеть. За них же тоже что-то дают? Сейчас босса ебану, мне за него дадут лута, блядь. Бичуганов покрошить. Блядь, минус 500 рублей. Шеф скамит на башку. Не, ну я не уверен, что гляну, понял. ВК. Уверен, тебя заинтересует. Просто поверь. Спасибо. Ну что, что там, блядь? О, так тут нет никого, ебаный в рот. Нормально, сейчас выйдем. Ну ладно, гляну потом МБ. Я, конечно, нашел, куда тэпаться, блядь. Чё так мало смерти? Потому что я сильный, блядь. Не понял, это что? Привет, срезанный, привет! Фу, в стартовую локу. Хорошо, если вы говорите в стартовую локу, тогда что мне надо сейчас делать? Потому что я оваш. Ну просто я реально, как бы, ну, мне очень много хп по ебучке прилетает. Я просто случайно одного типа захуярил. Я не знал, что он будет меня всю игру пиздить. Вот тут, короче, на выходе какой-то чмоня стоял. Я ему въебал разок и все. Вот тут он стоял. Ладно. Повысить уровень я не могу, потому что я ботинок. Че я жму до утра, а утра нет. Ладно, знаете, что попробую? Привет, Вов. Смотрю Привет. Тебя многие годы, но в нарезках на ютубе. Решил впервые зайти. Я смогу его заебашить или нет? Ты крутой. Спасибо. Мужик. Спасибо тебе. Спасибо, за мужик, все. Спасибо. Привет, тебе из Германии. О-о-о. Приглашаю в гости. О, не, не надо. Ну
Что-то мне подсказывает, что он меня сейчас уебет очень хорошо, вкусно. Ой, блядь! Нихуя себе! Мамат хунем! Да не, вообще анлак. Ну это его не убить, блядь. Вов, если хочешь с кайфом пройти игру, лучше почисти карту локальных боссов. Если будешь по сюжету идти, будет десятки траев на каждом сюжетном боссе. И не факт, что сможешь до них дойти. Да я, блядь, я просто и не пойму, нахуй, как локацию чистить. Тут хуйло вот это ходит, блядь, а его, ну, ничем не отпиздить, к сожалению. Пойду ворон хуярить просто, и все. Вот на них мне точно хватит сил. Ты его можешь ебануть. Который нашел как-то мой номер, Олег заебал донатить, и то, что я лох твой номер, я сюда могу отправить. Осуждаю, не можешь. Я тебя забаню, если ты отправишь номер сюда свой. Тебе надо искать руины, там будут предметы и боссы. Мама дракона! Ну и чё? Охуеть легкие, блядь. Так, хорошо, я понял. Значит, мне нужно искать подземелье. И вот это, скорее всего, первое подземелье. Куда я могу реально спуститься как-то. Ебать, бабки летят только в путь. Моему, касаемо расфаршенной темы ВК и галочек и так далее. А также ее альтернативы. А, блядь, так это тебе я в курсе. Стоит, глянуть. Ну, зачем мне глянуть, если госуслуги ебучие, блядь, эти, нахуй. Я их не буду крепить. Я колокольчик не забрал. Мужичок, здорово. Я предлагаю пойти вон туда, прямо. Охуенно ударил. А, то есть ты, сука, еще и не умер на одном хп. Найс. Надо на руины туда, куда-то направо пойти. Ой, я, кстати, тут ничего не активировал, по-моему, насколько я помню. Карта позволяет мгновенно переместиться. Спасибо. Это кто? Ох, сейчас я тебя продам, сука. Вещи, блядь. Я это за души продаю же. Что ему продать, блядь? Старинный меч продать ему? Что ему еще продать? Блядь, ну я не знаю, я ягод насобирал тут, ну, 31 штуку, блядь. Ну нахуй, мало. Купи камни. Сейчас. Блять, во. Да. В связи со всей хуйней в ВК я на чистой инициативе делаю свою соцсеть. А, это хуйня все. Мнение, то, мне не что нравится. Что ты хочешь там видеть и так далее. Ничего. Прочти ПЖ. Соцсети, блять, мужик, инициатива такая, блять, что что-то в стиле «я хочу стать президентом», блять. Все соцсети уже есть, давно придуманы. А все, что, блядь, будет придумано и потом разовьется, то будет выкуплено, блядь, крупными компаниями через акции. Поэтому, блядь, какой смысл? Телеграм уже есть, ёпта.
Нахуя, соцсети, блядь, не нужны никому, нахуй. Сейчас уже эра мессенджеров. Правильно я говорю? Yes. Набор купи за 300. Но я прочитаю, все, не донать больше. Ой, блядь. Какой набор? Треснутого горшка? Набор мастеров. Создавать предметы. Взял. Купил набор какой-то. И что мне с ним сделать? Nice to do bit. Да, блядь, да заебало ты, ну. Хуепутало ебаное, блядь. Я сам себе нахуй камень улучшил. И чё, у меня сильно, блядь, урон-то увеличился? Чего, блядь, 5 цифр прибавилось? Хуета. Это что за бедный ослик? Теперь дождись ночи. Так, все, иду ночь ставлю. Скоротать время до ночи. Дай колокольчик, сын бляди! Goodbye for now. Сзади. Что сзади-то, блядь? И чё? Выйду. И чё? Ну чё вы хотите? Я не понимаю, блядь. Так это не ночь. В смысле, я нажал подождать до ночи. Кратать время до ночи. 8-9. Осуждаю. Чё? Ой, блядь, чат, я не знаю, вы какую-то хуйню, блядь, несёте мне? Какой-то, блядь, колокольчик, чтобы забрать, надо, блядь... Кинжал забрал? Нет, я ничего не забирал. Сейчас проверю, кстати, урон. Ух, нихуя, пиздолил его. Поебучки, блядь. Другую благодать найди, у нее сядь, придет девка, даст колокольчик. Какую другую-то, блядь, благодать? Короче, чат, понятно, значит, вы нихуя не шарите. И просто хуйню несете. Пойду в могилы, блядь. Вова, привет. Да. Проездом в Москве. Хочешь встретиться с меня, Поляна? Нет, не хочу встретиться. Что, ебанулся, что ли? Какой встретиться у меня тут этот, блядь? Сейчас я грибы соберу. Все, погнали. Так, я просто посижу
и могу уйти, и оно сохранилось, правильно? Я не могу, ну, могу не скипать. Или мне надо скипать? Я уже, если что, сильно довольный. Вот смотри, слева сейчас прыгнет. Сын, блядь, бляди нахуй. Ух ты. Это мразей захуярил сейчас. Смоля, смоля короля. Ой, блядь. Какие-то жуки, сука, подземные. Привет, Вова. Привет. Я очень рад, что ты начал проходить Elden Ring. Много раз спрашивал в чате, почему ты не играешь в Souls-like, и совет тебе. Почаще открывай карту. Понял тебя, брат. Да ай, тогда удачного стрима. Спасибо. Но ты можешь кого-то другого пригласить. Блядь, вот это грустно, нахуй. Стрелы где-то еще высрать надо. Я не знаю, сейчас жук ебаный будет сверху плевать на меня. Спускайся, сын проститутки. Охуеть! Ты что, больной, блядь? Сука, камень. Готов нахуй. Да пропусти меня к себе в жопу. Не, не хочу, я сказал, не хочу встречать. Это что там, блядь, такое? Это, блядь. Мразь, сука, ебаная, нахуй! Откуда ты напал-то, блядь, на меня? Маму ебал! Блять, такая нахуй. Ребят, бутылок нету. Бутылки закончились, блядь. Вообще ебанутая какая-то, камушек. Клиент звал, он проигнорил. Ну, было бы прикольно фоточку с тобой оформить. Нет! Дэн, я подготовлю. А тут ну я ищу что, мужик? Школу, как бы ну, это же... Ну, это же странно. Спасибо тебе за пиздатый стрим. Да, не что. Проблема в том, что... Что это за встречи, блядь, такие, ебать? Странные. Так, и что? Я тут, типа, всех захуярил. Просто, типа, данж такой... Или что-то дернуть, может быть? Я что-то ничего не вижу. Мне бы сейф какой-нибудь. Я просто тут ничего не вижу. Там рычаг должен быть. Где?
Я не вижу ничего, чат. Угу, понятно. Хуепутало, блять. Они, кстати, пиздец больно бьют. В пещерах нет сейвов. Ну тогда ГГ, короче. Если честно, крипово даже чуть-чуть. Где-то открылась тяжелая дверь. МБ тут. Блять. Это походу босс. Блять, ну пиздец, это мне ж столько шлепать надо. Потому что я сейчас. Сейчас на меня опять нападут, наверное. Вот это для чего, кстати? Я не понимаю, я смотрю вот эту штуку. Это что, блядь? Алло, это какая-то криповая хуета, как его? Алло, это страшное говно, блядь! Сейчас, короче, сейчас просто надо понять, я ж это первый босс такой. Блять, он что-то какой-то вообще страшненький, если честно. Охуеть, блядь. А сколько у него анимаций, блядь? Блядь, что за стена ебаная, блядь? Ну... Ну, отлетают куски нормально. Да, на самом деле, я бы скачал какой-нибудь чит, который позволяет где угодно засейвиться, чтобы, блядь, не бегать. Вот это пиздец время теряет. Только вот сейвиться перед боссами вот так вот. Типа один хуй, просто время сократить. Погодите, мне надо вот эту хуйню забрать. Да алло, ебаный ты! Блять! Давай, давай. О, что? Что?
Блять! Вот это ошибка. Блять, ошибка вторая. На камне, чтобы улучшить оружие, тебе нужно 2, 4, 6 камней первого уровня, потом столько же 2 уровня, 3, 4, 5 и так далее. Чтобы найти камни внимания, на карте есть дырки в земле. По моему, перекаты в этой игре и имба против боссов, но не факт. Но я типа и через перекаты играю. Здравствуйте. Смотрю тебя, Дэн, это единственный стример, кого приятно смотреть. Спасибо большое. Подскажи, пожалуйста, я смогу пополнить игра. Баланс через УЕ бота срос. Картой и живя в рост. Да, конечно. Счастье конечно, тебе. Конечно. Тебе UE.bot нужен сайт для пополнения. Я говорю, мне чат колет, типа, они такие говорят: Вован, используй, ну, две руки. Я беру две руки, у меня так все медленно становится. Я не могу заспамить даже никого. Ну, то есть, блядь, при этом удары мощнее, но они медленнее. ТТК, то есть, как бы вырастает, блядь. Или уменьшается, я не помню, как правильно сказать. То есть, как будто бы проще с одной рукой бегать. Как будто бы, может быть, две катаны каких-то высрать. Тут можно так с двумя катанами бегать? Это вообще была бы имба, наверное. Ну так а чё тогда? Надо просто еще одну найти. Но у меня 1404, мне не хватит вообще ни на что. Плюс еще, если я буду от боссов умирать, я буду проебывать. Человек, который говорил, что через 30 попыток выиграет лицо космоса. Так, надо еще где-то найти данж какой-нибудь. Наверное, вот здесь что-то есть еще. Похоже на правду. Я бы вот тут где-то разместил что-то. Бля, прикольно, пизда. Мне нравится игра. Но мне не нравится то, что здесь вот эта вот система сохранений какая-то ебаная. Туда я точно не попаду. Я не знаю, если бы мне чат разрешил, я бы чит качнул какой-нибудь на сейвы. Но не так, чтобы сейвиться где-то, а вот перед боссами, блядь, вот такими. Ой, не вот такими, чтобы, ну, чтобы не бегать, блядь, за ними, чтобы попытка больше было. Чтобы сразу загрузился, пошел ебашиться. Время, чтобы не терять. Естественно, блядь. Алло, а чё он жирный такой? Это какой-то здоровый, блядь. Блядь! Нихуя себе, я улетел! Вставай! Ой, блядь, ну ёбаный бред какой, а. Тут еще тайминги на хилку надо, блядь. Учить. Охуеть, ты что, больной? Охуеть. Сейчас отсосу. Отсосу. Отсосал. Отсосал. Охуеть, еще и попадать надо, блядь! А ты звал Скайвай Валкера на свой турик? Не знаю, не я составы делал.
Ну, блядь, вот я про это говорю. Ну, то есть это какой-то, блядь, бред, нахуй. И сейчас мне опять, нахуй, бежать туда. Еще и монетки проебал свои. А если монетки проебываешь, то и прокачаться никак. Да ну все равно, посмотрите, как я бегу, блядь, долго. Хотя ладно, попробую с двумя руками влететь. Куда упал, блядь? По яйцам. По яйцам повышенный урон. Кью-кью. Вовчик. Да. Приятного времяпровождения. Спасибо. Привет, Бывадзаки. И еще такой вопрос. DLC тоже проходить будешь? Да я не знаю, блядь. Я... Ебать, это смуту пропачили. Я, мне бы, блядь, босса хотя бы больше одного убить. Я так чувствую, я тут год буду играть в эту игру, блядь. Вот с такими темпами. Что там светится, слышите? Это какая-то хуйня опять опасная или что? Подозрительно, очень много места здесь. Какая-то арена здоровая. Это жук, который взрывается, да? Пингвинов ебать! Это что? Блять, надо... Ну а там у меня нет сейва. Вот куда мне, блядь, сейчас бежать, чтобы сейв был? Ну, кстати, да, урон, конечно, побольше будет, вот если с двумя руками. Может быть, тогда ловкость просто качать и быстрее анимации будут? Ну, я хз, тут есть такое, нет? Какие-то тентакли, сука. Мне кажется, что-то это сильная хуйня какая-то. Гайд на камни, чтобы улучшить оружие, тебе нужно 2, 4. 6 камней первого уровня, потом столько же 2 уровня, 3, 4, 5 и так далее. Чтобы найти камни внимания, на карте есть дырки в земле. Ой! Это что? А что? Там мать какая-то тентаклев. Мне надо, короче, маленького, вот этих маленьких как-то вырезать сейчас. Да ща подойдем к подземелью, погодите. Мне сказали жука ёбнуть. Какого, блядь, жука? Я что-то не понимаю, что это, блядь. А что сделать надо?
И что? Блять. Мне надо по невидимому хуйсосу попасть. А, вот как, блядь. Блядь. Не понимаю, надо держать или что? Блять. Я не понимаю, вы меня издеваете, как вот просто какая-то хуйня выглядит, если честно. Так, и что дальше? Я думал, это моб, блять! А, чё? На, только провод. Так. И чё, вот эта локация просто, чтобы этого уёбка отпиздить? Мне просто какие-то перки падают, а я не понимаю. Надо вон ту хуйню ёбнуть ещё. Да, блядь! Детей хуярю! Дона сама заебошит сейчас их, походу. А-а-а! Да вот ты бесишься, шо, блядь? Так, и мне вон туда получается, прямо дальше. Бля, ебать имба на коне нахуй хуярить их. Он нихуя сделать не может. Так, это точно какой-то хороший чел вроде.
Мне нужно продать тебе какое-то говно. Какое говно у меня дорого стоит? На вот эту броню купи. Так, ну в принципе больше ничего. Купить у него что может? Какие-то шарики вагинальные. Мороженое? Нет, это пилюли какие-то стимулирующие. Бля, у меня столько денег нет. Стрелы, да, кстати, стрелы реально надо купить. Какие камни? Не, вы говорите, камни купи. Какие? Вот эти? Так это пилюли эти, не камни. А, во, кузнечный камень, да? Купил. Тридцать пять стрел купим, нормально, я думаю. Но я уже начинаю понимать, короче. Сука, ну вот эти зачистки, блядь, мне прям пиздец Геншин напоминают, ёбаный в рот. Не знаю, что вы угодно можете сказать, блядь. Вот эти мобы бесконечные в 25 раз в одном и том же месте, блядь. Что? Что это за говно? Что? Ахуёбнуться, блять! Что за хуета? Ну, блять, что за бред, нахуй? Через раз, блять, срабатывает. А куда мне дальше? А? Так, прикольно, я не знал. Ну вот на этого золотого уёбка, конечно, все очень грустно будет. Кузнеца может ставить перки на оружие. Но это мне в хаб надо. Я его не смогу ёбнуть, чат, он сложный.